И вот сегодня у нас воскресенье в Юрмале, и не только, но конкретно в Юрмале у нас вот такой красивый закат, такая темненькая полоса из облаков, ярко-желтое солнышко и темное-темное красивое море. Сегодня уже не очень много людей вечером гуляет, не столько, сколько вчера, потому что сегодня, наверное, воскресенье и такой ветерочек. Особенно был днем такой прям холодный. Но все равно было тепло и загорать можно. Но море сегодня уже было похолоднее, наверное, 14 градусов писалось. Да, вчера было 21. И можно было плавать, 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 плавать.